поговорить об открытой фазе и закрытой фазе пси-террора. То есть при, например, закрытой фазе это ведется, ну, лично у меня так, с самого рождения. То есть особо тебе там ничего такого и не делают, но какие-то, например, какой-то, как будто кто-то зовет по имени. Такие единичные случаи, такие два случая были. И вот открытая фаза, сколько там, открытая фаза с 2016-го, там сколько, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, вот 6 месяцев примерно. Первый раз у меня было 6 месяцев открытая фаза, а во второй раз 2018 июль, август, сентябрь, то есть 3 месяца где-то, вот где-то так. Но если честно, второй раз удар по мне был сильнее. Эти 3 месяца вообще жести были. Вообще. И я вот хочу еще сказать, что подсаживайтесь на мою энергетику. Я кормлю ваших демонов по расписанию. Я вот себя чувствую, вот мне все время хочется пить, вот это, где-то 4 ложки сахара на стакан, попью, и мне становится легче. Я себя чувствую, как какой-то голодный дух, как пред, уже при жизни. То есть, я читал, что голодным духом или предом становится из-за какой-то там жадности, там, еще чего-то. Вот. Я ничего по этому поводу сказать не могу. Особо какой-то жадности за собой я не наблюдаю. И если говорить серьезно, то я читал, что при ВСД, при вегетососудистой дистонии, хочется постоянно пить. И вот при несахарном диабете. То есть у меня, я ходил в больницу, у меня был очень пониженный сахар, и мне прям врачи сказали, можешь жрать сахар сколько угодно, у тебя очень пониженный сахар. То есть вот так вот. Сколько я по врачам не бегал, ничего. На несахарный диабет я, конечно, не проверялся. В ВСД, возможно, повреждена нервная система, и вот поэтому хочется постоянно пить. Вообще неадекватная вообще жажда, постоянно хочется пить, то есть у меня стакан, кружка огромная просто, я постоянно пью чуть ли не каждый час, не каждые полчаса, то есть я раньше пил, например, воду брал из родника, где-то 5-литровую. Я выпивал все эти 5 литров за целый день. И у меня еще не хватало мне воды. Я еще пил свою воду, которая течет из-под крана. Вот. Ну, конечно, кипятил ее. Родниковую воду я не кипятил. Вот. Вот в этом пси-терроре я как-то вышел из больницы и прокатился на велике через весь город, через какую-то деревню. И мне в одном районе просто, я еду на велосипеде, и мне говорят просто такую вещь, как «Мы семья» с какой-то болью в голосе. Я это опять воспринял как-то на себя. Вот так вот. И
Я на самом деле вообще в шоке от жизни самой. Это просто какой-то ужас, просто непереносимый. Здесь можно сойти с ума и не раз в этом мире. Вот. То есть, например, при пси-терроре я вот находился в каких-то других районах города, не в своем районе, и мне становилось реально полегче. Как-то все операторы как-то даже ласково начали к тебе относиться в каких-то определенных районах. И у меня были деньги, конечно, я мог переехать, снять квартиру, переехать в другой район. Мне намекали с улицы, орали, типа, почему ты отсюда не уедешь, уезжай, тебя здесь убьют просто. У меня не было никаких сил, чтобы уехать с этого района куда-то в другой район хотя бы. То есть, такие дела. Я реально пожалел о том, что родился на свет. Здесь, конечно, не так все плохо, как я говорю, но для меня это полная жесть. Я, честно говоря, задолбался жить. Эта жизнь мне в тягость. Делать здесь нечего. Особо столько. Выживать. И вот я еще хотел сказать, что я вот, у меня уже, может, даже легкие болят. Я уже все свои легкие обкурил. И просто хочу бросить, но это единственная моя радость в жизни. И я уже просто не могу. Просто как меня подсадили на это, просто в школе. В школе, значит. Были такие люди, которые подсадили на это, на обычные сигареты. И я, конечно, очень люблю покурить, но легкие как-то свои жалко. Но мне становится легче переносить эту жизнь, когда я покурю. И вроде бы не так все плохо. Плохо, конечно, но как-то смягчает твое состояние. Абсолютно не хочу заводить детей. То есть для меня это просто что-то плохое — завести ребенка. То есть я сам здесь себя некомфортно чувствую, и я не хочу, чтобы из-за каких-то моих эгоистичных побуждений и желаний
А здесь из-за меня кто-то появился. И так вот. Я вообще считаю, что нужно как-то контролировать свои инстинкты, не поддаваться на них. Это ни к чему хорошему не приведет. О чем еще можно поговорить? Про пситерон у меня уже сколько? 2000, вот год прошел, я год уже не под пситеррором. И какие-то, может, странности за окружающими людьми я и наблюдаю в свою сторону, но я на это не обращаю особого внимания, и мне как-то все равно. Но такого какого-то жесткого прессинга я не чувствую. То есть, да. Если когда-то в подростковом возрасте я мог спокойно, мне нравилось играть на компьютере во все абсолютные игры. И то есть сейчас у меня этот интерес абсолютно потерян. И я купил себе игровой компьютер, и он мне абсолютно и не нужен. Он стоит и пылится. Каких-то игр тоже особо не выпускают почему-то. И вот мне почему-то вот после психотронного террора вот мне я вообще невозможно играть в компьютерные игры, вообще тяжело. Телевизор смотреть можно, но там особо интересно тоже ничего не показывают. В интернете можно посидеть спокойно. Если честно, мне очень плохо себя чувствую временами, ну почти постоянно. И вот такие вот дела. Это абсолютно, я могу сказать, что это абсолютно животный мир. И люди здесь поддаются каким-то низким побуждениям. И это просто кошмар какой-то. Почему в этом мире так мало каких-то разумных людей, которые похожи на меня? Я этого абсолютно не понимаю. И вот я, когда иду какой-то социум, мне просто сносит крышу. Я просто не могу находиться в социуме, мне становится плохо, и дома я себя нормально ощущаю, более-менее. Социум мне просто сносит крышу, что на этой учебе, что на этой работе. То есть, конечно, можно поработать там где-то полтора месяца и уйти, и тебе ничего, нормально все будет. А если ты долгое время и настроен вообще на длительное время работы, то есть я, например, работал 2 через 2, и мне было на самом деле по горлу эта работа уже.
Это был мой максимум, когда там какие-то люди не выходили на свою смену, и мне приходилось идти работать за них. 3 через 1 я просто не выдержал, у меня просто поехала крыша. И самое интересное, что крыша поехала самые последние 2 дня работы. То есть на работе меня угостили каким-то коньяком, да, за то, что я там что-то сделал хорошее. И у меня есть подозрение, что туда могли что-то подсыпать. Но это просто мои мысли. Потом, после этого коньяка, конечно, особо каких-то ничего не было. На следующий день я купил себе виски. Но что он был какой-то просроченный, этот виски. Я просто выпил его на следующий день. Получается, 2 дня я выпивал. И на второй же день у меня уже нервная система все очень жестко воспринимала, и на третий день просто по полной программе все пошло. Вот. Такие вот дела.